Друзья, всем привет! Зима закончилась, хочется порадовать себя весной и свою машину. Поэтому решил заняться небольшим улучшайзингом для своего любимого автомобиля. И приобрел... Сейчас покажу, что я приобрел. Все пришло очень быстро и в нормальной упаковке. Я имею в виду внешнюю упаковку, то есть все товары были хорошо упакованы. Взял, значит, расходники, это лампы ДХО и колодки. Также решил попробовать чудо-тряпку, автополотенце. А еще демпферы замков, ну и водостоки. Знаете, уже давно хотел приобрести их. Так вот, вот эти водостоки и были придуманы для того, чтобы решить эту неприятную проблему. Следующая покупка — расходник, это лампы ДХО. Стандартно штатные лампы обычного белого цвета. Я взял, тут написано, янтарный цвет. Есть еще другого, синеватого оттенка, тоже можете выбрать, ссылка будет в описании. Лично я считаю, что свет ламп ДХО предназначен прежде всего для того, чтобы вы на трассе обратили на себя внимание. Поэтому, если все мы ездим с обычным, привычным белым светом, это как-то не выделяет нас из общего потока. А вот если синеватый, либо вот такой оранжевато-янтарный свет будет, но все равно непроизвольно глаз водителя выделит вас из толпы, а заметность — это безопасность. Третья покупка — это демпферы для дверей. Вот так они выглядят. В комплект идет смазка и инструкция. Для чего нужны демпфера? Нужны они для того, чтобы устранить микролюфт дверей, то есть кузов все равно на ямах, на кочках у нас начинает как-то играть. И дверь, она не идеально посажена на петлях, она начинает все равно где-то так подыгрывать. Со временем все равно этот шат начинает усиливаться. Так вот, демпфер обязан исключить вот эти вертикальные микроколебания, чтобы дверь была зафиксирована, не было лишних нагрузок на замок и на палец двери, ну и так далее по всей конструкции. Видел я некоторые обзоры, люди говорят, что демпфера нужны для того, чтобы дверь тише закрывалась, и хлопают дверью, вроде бы она тише закрывается, но назначение на самом деле другое. Может быть, конечно же, недокументированной возможностью демпферов будет еще и уменьшение звука хлопания двери. Поставлю, проверим, попробуем. Тряпка, она так и называется, а нет, автополотенце, а на сайте еще называется тряпка автомобильная. Ну, неважно, короче говоря, это многофункциональная салфетка из микрофибры повышенной плотности. Представляет собой вот такое симпатичное полотенце с красной окантовкой. С одной стороны повышенная пушистость, с другой пониженная. Очень хорошо впитывает, это мы проверим. Собирает хорошо пыль и грязь, это мы тоже проверим. И за счет второй стороны еще и полирует. Мало того, упаковочный чехол, сумочка, он с завязками сразу же идет. То есть он же служит и для хранения полотенца своеобразным контейнером. То есть попользовались, сложили, свернули, положили его аккуратненько в этот чехол родной. Затянули затяжки, можно завязать при необходимости. Все удобно хранится, пожалуйста. И пятая, последняя в этом обзоре вещь, это тоже расходник, увесистый. Тормозные колодки передние для Lada Vesta. Опять-таки, ссылки все будут в описании. По своему автомобилю, модели можете подыскать, все найти, купить. Что касается купленных мной вот этих колодок. Значит, во-первых, я вижу здесь надпись: расширенная 100% гарантия, 36 месяцев или 50 тысяч километров пробега со дня покупки. Если честно, я впервые вижу, чтобы производитель колодок, расходника, который изнашивается, причем у некоторых достаточно быстро, давал еще и гарантию, такую вещь. На оборотной стороне условия гарантии. Давайте я вам приближу, посмотрите внимательно. То есть вам что-то не нравится, вам возвращают деньги. Где вы такое еще видали? Давайте вскроем и посмотрим на это чудо гарантийное. Итак, ну, вот всегда нравятся такие мелочи, когда кладут, ну,
перчатки, да, они ж нужны будут. А перчатки классные, кстати. Вот здесь прям прорезиненная основа, фирменный логотип. То есть вот такой подход мне всегда нравится. Это всегда приятно, действительно, когда открываешь коробку, и производитель об этом уже позаботился. Мало того, в комплекте противоскрипные пластины. Сразу же есть болты. Просто ради интереса. Посмотрите в интернете, сколько противоскрипные пластины стоят отдельно. Вот этого комплекта, по ссылке, которую я оставлю в описании, сравните. Ну, я думаю, все вопросы сразу же отпадут. Так, а тут еще и смазка тормозная. Обычная смазка не подходит никогда. Нужны специальные высокотемпературные смазки для направляющих суппортов. И вот, пожалуйста, ее положили в комплект. Где вы еще видели такой комплект? Прям, можно сказать, богатый. Если не ошибаюсь, на сайте было написано, что колодки вот сейчас очень модно. Вот этот вот тормозная накладка керамическая. Ну, не в чистом виде она керамическая, конечно, а, как сказать, керамическая составляющая или что-то такое. Во-первых, износ уменьшенный, то есть служат такие колодки дольше. Во-вторых, меньше пылят. В-третьих, ну, хорошо тормозят. Что еще от них требуется? Колодки, естественно, надо затестить. Мои родные сейчас еще до конца не изношены, но уже весна, уже надо переобуваться. Как раз получаем доступ к суппортам. А раз получаем доступ к суппортам, то почему бы не поменять колодки и не затестить? В этом видео я предварительный обзор сделал. Через полгода, по осени, при переходе на зимний период, при смене зимней резины, мы обязательно доберемся до колодок. Мы посмотрим, как другие компоненты, все, что было сегодня куплено, себя повели. Светят ли лампы? В каком состоянии полотенца? Как работают... Кто они? Водостоки! Точно, водостоки! Не отклеились ли они? В общем, все, что было приобретено, через полгода будет повторный обзор и мой отзыв. Я считаю, что именно в данном случае отзыв будет полноценным. Но, честно скажу, все, что сейчас я держал в руках, у меня не вызывает сомнений само качество. Потому что берешь, когда в руки какую-то вещь, даже тактильно ты чувствуешь, ты держишь что-то хорошее в руках или, ну, то, что хочется выкинуть. Вот сейчас я держу хорошую, увесистую колодку. Ее выкинуть не хочется, ее хочется поставить, ее хочется протестить. Вот чем мы и займемся.